Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Екатерина Волкова редко делится фотографиями с родителями. Однако вчера в личном блоге актриса опубликовала снимок, сделанный в кругу большой семьи. Пользователи сети засыпали родных артистки комплиментами. 46-летняя Екатерина Волкова призналась, что вчера ее мама вернулась из Крыма. Родительница актрисы ненадолго заехала к знаменитой дочери и в тот же день уехала в Тольятти. По словам артистки, пока подвернулся случай, они решили сделать семейную фотографию. После чего подписчики засыпали звездную семью комплиментами. «Порода налицо, ваша мамуля после отдыха заметно постранела», – отреагировали фанаты. Отметим, что последние летние дни Екатерина с детьми и отцом проводит на даче. Актриса призналась, без дела она не сидит. Артистка ходит за грибами и собирает ягоды. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!